Каждый день в России в переливании крови нуждается 4000 человек. Нет искусственных заменителей крови. Кровь нужна каждый день. И для пополнения запасов крови, конечно, нужно, чтобы доноры приходили на станции переливания регулярно, для того, чтобы пациенты клиник никогда не нуждались в компонентах крови. Отлично себя чувствую, отличнейшее настроение. И сегодня, когда вот мы сдавали кровь также с нашими студентами, спасателями, возможно, когда-то эта кровь сможет спасти чью-то жизнь. У нас ребята будущие спасатели, поэтому это их долг. Ну, я как бы один, наверное, из многих в нашей организации откликнулся как бы и принял участие в этой акции. Вот. Соответственно, сейчас повторное прошло уже на месяце 4, вот, и решил повторить. Я очень этому рада, что я как-то могу помочь какому-то отдельно взятому человеку. В тот момент, когда брали кровь мою для тех людей, кто нуждается, я думала только о хорошем и о том, как обычно должно происходить, с каким ощущением ты должен сдавать кровь. Ну, с пониманием того, что ты спасаешь людскую жизнь.